когда мы ему подламываем вот здесь вот ногу, ну как бы нагружаем ее в ту сторону, идет вот здесь вот, вот этот подлом в стопе. Если сюда дать давящее движение, давящее воздействие, он будет просто падать. Если здесь в этот момент дать что-то резкое, а потом добавить давящее, резкое наносит разрушение у него в голеностопе, в стопе, а давящее уже двигает его массу. То есть это уже от степени повреждений, которые мы хотим нанести своему оппоненту. Заходим вот таким вот образом, видите, и делаем туда наступающее движение. Человек, это один из моментов. Если отсюда где-то мы раз пошли сюда, видите, подломили ногу. Раз, давящее движение. Вот эти вот сбивочки. Раз, давящее движение. Резкое движение повреждает сустав. Давящее движение, его тело успевает уйти от повреждения. Раз, надавили. Раз, надавили. Принципиальный момент, чтобы не срываться с его движения, я не просто сюда давлю, я как бы чуть забираю на себя, видите? Идет наступающее движение, чуть прокручиваю стопу, как бы вот с таким вот забиранием на себя и с небольшим проворотом. Раз, оп, есть. Здесь ему набросали, туда дали. Я могу и отсюда пойти, но если у него нога не загруженная, я пошел, он ее просто раз и отбросил. Мне надо ему ногу подгрузить, а потом на кость вот здесь заходить. Со стопой мне без разницы, загруженная его нога или нет. Если он на этой ноге стоит, эта нога у него как бы меньше загружена. Я ее своим весом подгружаю. Я стал чуть на нее своего веса, проскатил ему стопу и туда вошел.